когда он обнаружил способность противостоять флоту мощной морской державы. Со времен Гангута и основания российского флота прошло свыше 300 лет. Участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях. Моряками 2500 кораблей и судов противника, 10 миллионов человек и более 100 миллионов тонн грузов моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, а также военно-морской базы Российской Федерации. Главнокомандующий военно-морским флотом закончил прием докладов командующих флотами и направлял... Военно-морским флотом адмирал Королев. Здравия желаю. Спасибо. На морской парад. Ким флотом начали движение к парадному строю кораблей на ходе. Кронштадт. Тральные силы обеспечили проход через сплошные. Здравствуйте, товарищи! Поздравительных учениях «Щит Союза 2015» из кораблей на Балтийском флоте. Россия надежно защищена с морских и океанских нарушений. Подводных лодок для Тихоокеанского флота. Продолжается строй МФ. Приняты малый ракетный корабль высшего порядка и воинской дисциплины. В военно-морском флоте созданы подразделения, показали свою эффективность в районах базирования военно-морского флота. Во время... парадным трибунам приближаются патрульные Волжской военной флотилии. Дивизионы принимали активное участие. В парадном строю слежение и уничтожение подводных лодок самостоятельно и в составе корабельной авианосной группы Северного флота. В восточной части Средиземья летчикам необходимо, вне зависимости от технических характеристик самолета и погод, 38Н «Новелла». Ведущий группы подполковник Алексей Заплав. Российским триколором. Ведущий группы полковник Александр Котов.